Еще несколько лет назад мы радовались графическим смайлам в смс-ках. Сегодня смартфон – помощник во всем, а мобильный интернет необходим, как электричество или воздух. Теперь у нас есть доступный скоростной мобильный интернет, а значит и новые возможности. Компания Теле2 подтверждает эту тенденцию. Жители Чувашии все больше уходят в онлайн, и их ожидания от оператора тоже растут. Всего за год объем интернет-трафика в сети Теле2 Чувашия увеличился в 5,5 раз. А число тех, кто регулярно выходит в сеть интернет с мобильных устройств, увеличилось на 64%. Мы видим, что нашим абонентам нужны не только выгодные тарифные предложения, но и удобные цифровые сервисы, которые заложены в нашей бизнес-стратегии «Другие правила». Итоги года по другим правилам в новых телеком-реалиях компания обсудила с чебоксарскими журналистами. За 2017-й Теле2 обновила фирменный стиль и тарифную линейку, предложила новые цифровые сервисы и более 160 партнерских программ лояльности, которые поддерживают стиль жизни и интересы абонентов, во многом благодаря качественной инфраструктуре. Регион стал с увеличенным финансированием, что позволило нам увеличить вдвое количество базовых станций ЛТЕ, то есть проект начался в конце лета. И на сегодняшний день он в завершающей стадии. И покрытие населения увеличилось на 20%. То есть больше половины населения Чувашской республики на сегодняшний день находится в зоне уверенного покрытия сетью ЛТЕ. В Теле2 признаются, этот год был богат на изменения. Выбранный курс оценили и жители Чувашии. Динамика говорит сама за себя. Абонентов оператора стало больше на 39%. А в новом 2018 году компания обещает еще больше интересных предложений. Безусловно, по другим правилам.